Ребят, всем привет, приветствую вас на канале Playthom. Сегодня продолжаем с вами играть в наш Portal Knights. И мы с вами находимся на локации, которая называется Бракенбург. Что у нас здесь за локация, давайте на нее посмотрим. Соответственно, у нас здесь разнообразное количество монстров есть. Есть сбор, и также у нас есть железная руда и угольный блок. Естественно, мы сейчас с вами все это будем делать, смотреть. Но перед этим мы сперва сначала хочу вот что использовать. Таланты, у нас скрылись новые таланты, которые на 10 уровне. И здесь два варианта при наших, при нашем навыке лучника, да, точнее способности. Так, при получении урона вы будете двигаться на 30% быстрее в течение 2 секунд, либо добавляет 10% шанс, что враг не попадет по врагам. Думаю, лучше, точнее по вам. Давайте выберем, знаете, все-таки шанс у ворота, это, думаю, поинтереснее, да, будет все-таки. Так, вот у нас, кстати, первая есть тут железяка, давайте-ка ее попробуем добыть. Слушай, как-то больно долго она добывается. Очень долго. Железная руда. Прямо катастрофически долго, да. Нихера тут, это лисички у нас такие, да? Тут растут, так пробуем его насобрать, проверим. Ну, думаю, да. Так. Ну-ка, тут где-то нашли слизняк все. Ну-ка. Отлично. Насчет рецептиков нам надо. Да, нам также надо собирать сейчас еще желтые кубики, да, для того, чтобы мы могли с вами использовать наш портал. А сейчас, кстати, заодно и посмотрим, где он находится. Где-то там, да? Но, окей, сперва мы А, кстати, а по карте у нас три портала здесь будет. Один туда, один наверх, один сюда, окей. Кстати, а это что такое за значок у нас новый? По-моему, раньше не было, да? Не знаю, надо, короче, открывать, получается, его. Так, ладно. Ну что, как всегда, заходим с ударом с ноги или по-нормальному. Короче, как всегда. Окей. А, там был проход, по-моему, да? Так, вниз спуска нет, а вот есть наверх. Нам бы лук бы, на самом деле, с вами поинтереснее сделать. А тут вообще пусто, ё-моё, здесь вообще пусто, но для того, чтобы осмотреться. Так, вон там домик с травой у нас есть. Там у нас из домов ничего нет. Кстати, там есть этот самый походу пещера, да? Ну, пойдем глянем. Так, что тут за дракон у нас летает? Это попугай у нас, да? Оп, ломись, дружище. Ну. Так, кстати, а что у нас с этим самым? Вот так, по рецептам. Эту штуку мы сейчас заюзаем. Рукавицы изучили. И это у нас что? Футбольный мяч. Очень важно, очень нужно, конечно же. Конечно же, на самом деле нет. Так, мы выбрасываем. Это мы оставим. Вот это мы это выбросим, наверное. Чтобы место не занималось. Так, ткань оставляем, окна выбрасываем, сундук выбрасываем, ингредиент оставляем, выбрасываем. Так, бомба оставляем. Смолу, ну, я думаю, все остальное можно оставить пока, да? Так, еще один рецептик мы с вами выучили. Я бы сележку такую себе, на самом деле, забрал бы домой. Так, блин, она свалилась и все. Обидно. Ну ладно. Так, что у нас тут ничего. Оуч, аккуратно. Громоглазы здесь. У нас, кстати, они уже 11 уровня, как-никак, да? Товарищи-то поднимаются. Мы тоже, конечно, апаемся по чуть-чуть, но это совсем по чуть-чуть. Так, отлично. Всяких ламидиоз тут забираем. О, зомбан. Смотри. А, мумия. Ядом блюет. Нихера себе, это охерело. Просто охерело. В край. Так, а у нас там получается. Забираем. Нет, тут не варик, тут не варик. Надо будет. Надо будет это обойти. А, здесь только сундук, и все, окей. Это у нас тоже железная вода, да, по-моему? Очень медленно добывается, очень медленно. Надо, конечно, прокачивать наш модуль, этот бур, точнее. А то это просто все до бесконечности будет. Сколько всего мы тут с вами подкрывали, а? Наверное, нам сейчас понятно вообще. Да ладно, вода? Серьезно? Вот это фейл, пацаны. Вот так мы с вами нырнули. И не подняться мне больше уже. Конечно, есть экстренный вариант, но я думаю, нам уже он не поможет. Слишком мало хп у нас.
Да уж, не кисло мы тут, я смотрю. Зато у нашего осьминога нормально. А, нормально, и гуляет, и не парится. О, тут рыбки плавают, кстати, можно убить, интересно? Да, можно, но вот вопрос. А, это медуза. Смотри. Водяная бомба какая-то. Да, ну это было понятно так, что мы с вами умрем. Но хотя интересно, интересно. Первый раз, честно, нахожусь под водой. Так, куда нам идти, покажи мне. Sweet of War. Пойдем, значит, туда. Можно, конечно, все-таки домик еще попробовать залутать, но... Ить. Но все-таки не сейчас. Так, а, кстати, ну-ка, мячик. Бум, улетел. Абсолютно бесполезная вещь, по-моему, абсолютно. Слушай, тут столько много, да ё-моё. А, нет, тут двое, я думал, тут больше будет. Иди сюда, камон, камон. Так, отлично. Только единственное, что не отлично, это то, что из тебя не вывалилась нужная для нас вещица. Так, а давайте, знаете, что сделаем? Мы сейчас все лучше так грязь подставим к нам. Чтобы мы могли как-то сюда запрыгивать, да? Где-то он тут должен быть. Угольный блок, по-моему, у нас стоит тут, да? Блин, грибы, конечно. Кто любит, ребята, лисички? Ставьте лайк. И вообще, какой ваш любимый гриб? Давайте лучше поговорим о грибах. Я люблю белый гриб. Обожаю белые грибы. Королевский, понятно. Я думаю, я их всех люблю, да? Отлично. Желтый, желтый блок ему. Отлично. Осколки, точнее. Куда-то туда нам надо, да? Походу, мы сейчас уже будем находиться под одним... Нужно там нет. А, вон он. Увидел. Так, нам единственное, надо бы еще закрафтить бы с вами эти куски. Сколько, интересно, получится их? Только 3, да? И всего 4. Да уж. Не густо, как говорится. Немножко погнобить их. Блин, за нами этот ходит, этот прилипало, короче. А, мистер осьминожа. И мне кажется, я скоро с ума начну от него сходить. Он эти звуки. Так, давайте-ка закроем. Так, отлично. Одну точку мы с вами-то найдем. Это не проблема. Слушай, больно, блин, больно. Давай, осколки. Один только, с ума сойти. Придется, наверное, вы прямо чуть ли не выклянчивать у нас эти осколочки из них. Так, а вот здесь у нас небольшая толпенька, да, их будет. Тортила суицидная просто. Я не знаю, зачем они так бросаются нагло. Мне кажется, этих персонажей надо было делать наоборот как-то, знаете, как пангольеры в доте. Так, а здесь у нас больше что-то никого и нету, и куски от них больше не падают, да? Так, с ресурсами ясно. То есть, если нам потребуется этот ресурс, нам надо будет с вами двигать это направление. А, ну да, он еще же добил, он улетел вниз, нормально. Ладно, давайте добьем его сейчас там. В одной осколке он отлично. Что, он застрял, что ли? Не хочешь умирать? Серьезно? На этом склоне он был не готов к такому. Так, мы сами где-то тут гуляли, да? А, стоп, у нас тут дракончик. И видели, что тут у нас с вами есть этот самый, как его, домики. Пойдемте в их сторону. Потихонечку. Так, а что там у нас за рецептик выпал? Неизвестный нам рецептик, да? Сейчас узнаем. Новый рецепт — рукавицы. Отлично, от этого теперь можно выбросить, потому что мы больше его заюзать с вами не можем. Так.
готово. Воу. Сразу слезинки заныкались, да? Оваха, биби наш. Кстати, еще рецепт. Перчатка жнеца. Ну-ка, давайте заюзаем ее. А. Отлично. Что-то я домики не могу найти никак. Вообще никак. По-моему, они были где-то в этой стране, по-моему, да? А походу уже и нет. А, монетки капают. А, опа, это вали. О, а, вот, стоп, у нас еще один портал мы нашли. Шикарно. Ух, нихера себе, мистер Тортила. Он нам нужен. Так, ну понятно, что сейчас к нам не поднимется. Давайте его освободим, чтобы он не мучился здесь. Так, ну чё, попробуем здоровяка завалить. Папа черепах. Да. Какой-то странный босс. Ну не босс, такой мега крип. И один кусочек камня, с ума сойти, просто один. Так, как-то. Кстати, а вы заметили, мы начали ставить их в портал, и они начали вон подсвечиваться кусочками. Так, мы тут где-то с вами видели второй, вон он у нас. Один у нас вон там, второй у нас вот здесь с вами. Это значит, почему? Потому что мы его с вами начали досоставлять. Так, давайте попробуем сейчас еще туда один досоставить кусочек. Так, стоп. И вот сюда. Не густо, да уж, не густо. Теоретически он должен тоже дерево засвечиваться у нас. Теоретически. Да, отлично, раз. Раз, два, да. Мы знаем, что теперь здесь есть порталы. И осталось только их дособирать. Лап у нас, шикарно. То, что нам как раз таки и надо. Так, а слушай, где у нас тут где-то что-то должно быть еще, да, по-моему? У нас здесь должно быть, по сути, три штуки. А, или... Да, все правильно, три штуки должно быть. Хотя нет, подожди, может, все-таки две. А, раз, два, три, да, все правильно. Все, окей, но мы с вами все равно сейчас отсюда не уйдем. Мы пойдем сейчас смотреть дома, что тут есть. Что-то интересное в нашу с вами замечательную хату. Мы так с вами до сих пор ее не достроили, но я думаю, следующую серию посвятим как раз-таки дальше ее крафту. Дальше делание нашего бункера и, в принципе, благоустройством заниматься, да? Но нам единственное, что надо это пособирать в разнообразные прихомудии. Ну, там столиков разнообразных хороших, ну или просто других интересных вещиц. Так. Отлично. И там у нас еще есть парочка, да? Надеюсь, у них есть желтые кристаллы. Интересно, на самом деле, локация сама по себе такая. Очень интересная, в том смысле, что она, ну, сказочная, наверное, да? Из-за количества деревьев, ой, точнее, этих кустов, которые у нас тут находятся, сделанных в грибном стиле. Так, давайте папашу заберем, у него по-любому должен быть кристалл уже. О, три куска желтых сразу упало. А вот там монстра, отлично. Папаша, такой блок не вставай, пожалуйста. Блин, ну зачем? О, а ты силен. О, второй появился, смотри. Окей. Было бы эпично, если бы вот этот папаша, короче, начинал бы крутиться так же, как и мелочь его. Было бы очень мощно, наверное. Ох, ёшки-матрёшки, серьезно? А ну иди сюда. Ты меня чуть малину не испортил, чуть меня не убил. Ты наш товарищ.
опять забаговался? Нет, не, не, не забаговался, смотри, а. Как мы на голову окружения там у них нету? Это было бы классно. Было бы классно, если они вставали такие, знаете, в непонимании, такие, о, господи, что происходит, где мы находимся? А тут кто-то ходит где-то, я слышу. Или кто-то под землей, возможно. А, тут он молодняк у нас гуляет. Так, у нас же, кстати, сами появились эти характеристики, нам надо бы... Так, можем выучить? Да, а, уже разблокировано. Это мы с вами выучить не можем. Так, тогда это мы сейчас с вами выбрасываем, чтобы нам это не мешало. Кстати, бомбочку можно поставить сюда. Так, и по поводу наших навыков. У нас есть параметры, давайте поднимем их. А я думаю, может быть, урон все-таки поднимем. А, так, кстати. Атак в ближнем бою. Параметр увеличит скорость передвижения. Вот, сноровка. Урон дистанционных атак. Ну, давайте вот так, да. Пускай будет так. О, а что у нас такое? Пещера, что ли? Серьезно? Да, слушай, ты смотри. Опа. Ох, нихера себе, как устроил грязь. Я случайно бомбу взял вместо лука. Вот это... Бам. Вот это да уж. Так, отлично. А что у нас нынче тут? Тут прям что-то какое-то глубокое такое все, да, у нас? А, здесь чисто шахты, шахты точнее угольные. Ну я не знаю, нам нужно сейчас уголь вообще или нет. Я особо пока на него не планировал. Добычу. Давайте пару кусочков с собой заберем, раз мы вот здесь находимся, да? Главное, чтобы там что-то вода не появилась, как в прошлый раз. Все, давайте заберем, достаточно, думаю. Нам бы теперь отсюда еще выбраться. Видите? Прям как-то овер глубоко. Так, отсюда мы пришли, а здесь мы с вами не были еще, да? Смотри, что здесь у нас. Уйти, мумия. Отлично. Вау, кубики у нас здесь. Шикарно. И кладовая. Забираем однозначно. Он нам пригодится больше. Так. А здесь у нас вода, самое что интересно. Теоретически. Ну-ка. Удиви. Опыт, руда, свиток огненного шара, кстати. Так, это у нас расходный материал, поэтому давайте пока его поставим вот сюда куда-нибудь. А сами сюда будем сваливать. Могли бы на самом деле еще там бы, быть может, все дело там взорвать к хренам. Или попробовать пробуриться, может, до воды какой-нибудь или что-нибудь того. Хотя, с другой стороны, зачем нам это, да? Слышь, у нас тут уже кто-то хочет встретить. Где тут у нас солдафоны местные? Так. Пещера, стоп, нам сюда не надо, нам надо дойти до домов. А где дома-то, господи, я дома себе потерял. Там, по-моему, с вами были. И здесь, по-моему, тоже, да? А, вон, туда нам, получается, надо. О, господи, это что такое? Нифига себе. Вот это да. Это сильно, это очень сильно. Это прямо пипец очень сильно. Ой-ой-ой, хана мне. Да уж, слушай, вот такой, да. Денег, зараза, снял чуть-чуть и свалил, да? Так, ладно, мы когда смотрели на дома, точнее, на были на вышке, дома у нас были как раз-таки прямо с той стороны. Нам надо сюда туда добраться.
Местность оказалась сложнее, чем я думал. Кстати, попробовать можно здесь забуриться. Такого хлама заберем. Так, ну мне пакеты грязь всякая не нужна, поэтому... Точнее, заборы вот эти, да, все. Пойдем... слушай, давайте посмотрим, может быть... У нас хватает сейчас ресурсов, да? 5 штук у нас есть, да? Целых 5 штук. Окей. То есть мы сможем с вами теоретически сейчас доделать некоторые... Некоторые, хотя бы хоть один даже, да? Из порталов. Ну, осколки давай, отлично. Привет, Арфилыч. Может, сердечко нам прокачать выносливость, типа, чтобы было больше хп. Хотя вроде особых проблем-то у нас хп-то не хватает. Нам вот сейчас лук имеет только, да, броню. Но это мы уже с вами будем следующий 4 сделаем, да? Ох ты, зараза, посмотри, а. Тут сам прибежал хер мордовый. Зараза, больно бьет. Очень больно. Но я больнее. Только один кусочек, серьезно. Один кусочек кристалла. С ума сойти. Вот как жить дальше-то? Ну, и вообще ни одного. Блок станет в следующий раз. Ну да. Он очень предсказуем. Боже ты мой, во. Так, вот там зеленый у нас что-то, да, скорее всего, это тот самый хрен. Не-не, братан, не сегодня. Надо хилки какие-то покрепче, что ли, делать, поядернее, побольше бы восстанавливали хп-шку. Иди сюда. Так. А, вон у нас крепость. А, вот дома, все отлично, ура, мы пришли к ним. Ура. Посмотрим, что у нас тут хоть есть там у них полезненького. Блин, там цветы, кстати, стоят. Там у нас растут цветы, да? Надо очень аккуратно обойтись. Наверное, вообще глубоко будет сейчас, нет? Хотя... Как разобраться-то, интересно, пилить, что ли, бурить? Только я подумал, короче, надо как-то по-хорошему зайти туда. Как вдруг сразу нам обрубают нам все возможности и дают только по одному варианту пройти, а это буриться. Ох ты, нихера себе! Что, мать твою, было? Понятно. Забаговался тут. Жесть, вот так цветочек. Ой-ой-ой-ой, хана нам. Да уж. Просто скажешь, да уж. И? Не, не варик, здесь уже не выбраться отсюда. Да, парни, только скажешь да. Реально тяжело, реально тяжело. Так, хорошо, давайте тогда дойдем до портала, раскроем их, да? Так, у нас есть парочка осколков еще. Надо хотя бы один сейчас будет с вами раскрыть. Чтобы можно было сюда свалить. Отлично. Думаю, сразу сейчас их раскроем. И останется только потом еще один найти. Но это я уже потом либо сам сделаю, либо в следующей с вами серии. Сегодня задача у нас была посмотреть здесь этот остров, пофармить его. Единственное, у нас немножечко не получилось с домами, конечно. Я думаю, конечно, можно попробовать вернуться, но
Этот хер, конечно, прям-таки очень сильный. Ну, да, давайте, да, мы сейчас сделаем следующее. Мы сейчас просто добегаем до сюда, открываем порталы отсюда, чтобы можно было свалить, и все. Так, две штуки. Раз, два. Так. Чипашку все-таки не вывалит, а? Ну вот, по одному свалил. Даже два. Даже два, да. Две штуки целых. Охренеть. Радуемся мелочам, как говорится. Так, идь. Идь. А, ладно. Хотя он лох, точно. Не сомневался. А тут у меня дал свое яйцо. Мне попугай дал яйцо, зафигись. Просто зафигись. Не зашибись, а зафигись. Типа, мол, зафига мне это надо, блин. Круто, но нафига мне это надо, да? Так, отлично, человек готов. Кстати, куда они нас ведут? Ага, кстати, нет. А следующая карта, кстати, зимняя, ты смотри, видели, да? Так, где же наш тут дом был? Он, по-моему, сейчас это был в той стороне. Сейчас мы попробуем до туда добежать. Я все-таки надеюсь, что там будет что-то полезное для нас. Кстати, две башни тут у нас было. Еще он готов. Так, ну башни мне сейчас эти подземки не интересны. Мне реально интересна та хата. Очень интересно. Даже хочу понять, что в ней там может быть такого, что ее так все прямо охраняют. Целая пачка здоровых цветов. И как всегда, наверное, может быть разочарование настигнет. Типа нифига там не будет ничего полезного и нужного. Как всегда, какое-нибудь говно. Так часто бывает в таких играх. Так, где домик-то? Где домик-то? Домик. А, вон домик вижу, отлично. И башню здесь тоже вижу. Блин, ну как нам туда пробраться-то, ё-моё. Надо прямо застраиваться, что ли, или как? Дальше. Что? Ага, черепахи. Черепахи по боку идут у нас. Так, слушай, а здесь у нас получается не так глубоко, да? А, здесь очень глубоко. Сори, мужики. Домик, домик, я иду к тебе. Так, мы теперь... Ага, тут глубоковато, мне кажется, будет все-таки. Хотя... Я думаю, здесь глубоко, реально глубоко. Давайте сейчас вот так сейчас заберемся. И здесь уже с вами посмотрим. А, нам лучше будет проще даже вот туда, да, заходить. Хотя мы можем прямо оттуда спуститься и туда прыгнуть. Без всяких проблем. Оп. О, сундук, нифига здесь, смотри. Так, порадуй. Опыт и всякая фигня, да? Отвалите. Слушай, а дом-то закрытый, здесь никого нету, да, у нас? В доме вообще нифига полезного нету. Зачем я сюда шел, зачем я здесь погибал? Хлам всякий. Конечно, разве что только их убивать можно? Он зашел в дом все-таки, да? Он все-таки зашел. Сейчас добьем его. Отлично. Ух ты, ешка, матрёшки. Там глубоко уже, да? Там уже глубоко, да? Там уже очень глубоко. Нихера себе он бьет. Да уж. А в доме в этом нифигашеньки и нету. Как на этой территории вместе взяты. А ладно, ребятки, короче, тогда на этом моменте мы с вами сегодня закончим наше прохождение. А в следующей серии уже увидимся. Будем делать дальше наш дом. Будем чередовать так, по ходы по картам.
Строим дом. Карты, строим дом. И так далее. Ждите продолжения, подписывайтесь на канал, ставьте ролику лайк. А с вами был Сережа Плейс. Я их люблю, до новых встреч. Всем пока. Чоооо.